15 марта Апатитский политехнический колледж отмечает полувековой юбилей. Праздник для выпускников, обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения и ветеранов педагогического труда, всех тех, кто внес вклад в сохранение и развитие учебных традиций АПК, состоялся накануне дня рождения. На торжестве побывала и наша съемочная группа. За час до празднования юбилея холл Апатитского дворца культуры уже был заполнен до отказа. Здесь начался день открытых дверей для абитуриентов АПК. Сварочное производство, мастер отделочных строительных работ, повар-кондитер, делопроизводитель, парикмахерское искусство и еще массу профессий и специальностей представили студенты колледжа. Мы учимся в Апатитском политехническом колледже, третий курс, группа парикмахеров. Выпускная группа. Да, выпускная группа. Сейчас у нас производственная практика. Мы вот пришли сюда показать людям, что профессия стоящая. Сегодня сколько у вас клиентов было? Сегодня 4 заплела. А ты? 2 заплела. Остались довольны? Девушки, я так понимаю, да? Да, понравилось всем все. Да. Друг другу тоже делали прическу? Конечно. Прибывающих гостей встречала директор колледжа Людмила Гришина. С 2012 года она руководит учебным заведением. Кого сегодня вы ждете в гости на свой юбилей? Ой, ну, наших друзей, я всегда их так называю, объединение «Апатит». Должны быть представители, министерства, представители областной думы, нашей думы городской, представители службы занятости. Самое главное, конечно, это наши ветераны. Без них бы этого не было. Есть так, практически все отработали больше 25 лет, 40, 45, 30. Дальше пришла женщина, которой завтра 82 года. Тамара Александровна Соколова – один из ветеранов педагогического труда. 37 лет отработала в 17-м училище мастером производственного обучения. Она всегда с теплотой вспоминает своих учеников. Они ко мне приходят, присылают поздравительные открытки, звонят, кто с Ленинграда, кто вот в Североморск уехали. Ну, приходят девчонки. Прошлый год они мне приглашали на юбилей. Ну, как бы встреча с выпускниками, и было в этом, в ресторане. Только я слов услышала, что я разревелась. Чего сегодня пожелаете себе, своим коллегам, абитуриентам? Терпение, терпение, потому что только терпение нужно и любви к детям. Ну и, естественно, подольше просуществовать. Начался вечер с исторической хроники. От открытия в 1966 году 11-го профессионального училища как базового учреждения по подготовке рабочих кадров для комбината «Апатит» и до сегодняшнего дня. Педагоги и студенты подчеркивают свой высокий профессиональный рост, подчеркивают свою профессиональную подготовку на всероссийских, региональных, международных конкурсах профессионального мастерства, на олимпиадах, на спортивных соревнованиях. И мы свидетели тому, что и педагоги, и студенты колледжа неоднократные победители. И мы этих людей знаем в лицо, знаем пофамильно. После торжественных речей наступило время награждения сотрудников политехнического колледжа. Всех тех, кто внес вклад в сохранение и развитие учебных традиций АПК.